Всем привет! Меня зовут Рина, и в этом видео я хочу вас познакомить с шоу «Фантаси» на Пхукете. Недалеко от тусовочного Патонга на пляже Камала раскинулся парк развлечений для детей и взрослых. Он включает в себя современный крытый театр, удобный кондиционированный банкетный зал и более 5 акров развлечений и магазинов. Прямо перед входом вас встретят разноцветные карпы в пруду, и здесь же продают корм для рыб. Улочка Фантаси выполнена в стиле тайской мифологии и легенд. Здесь вы увидите ремесленные мастерские, где делают картины из буйволиной шкуры, выдувают изделия из стекла, создают орхидеи из мыла и творят картины со слонами из дерева. Разнообразные магазинчики порадуют вас украшениями из драгоценных камней, необычными сувенирами и подарками с символикой парка Фантаси. Не пропустите приключения в джунглях, где увидите террариум с альбиносами и белых тигров. В развлекательном центре Симилан, постреляв по шарикам или поймав нужную лягушку, вы обязательно выиграете приз. Очаровательная карнавальная деревня понравится самым маленьким гостям парка. Они смогут покататься на каруселях, пока их родители будут смотреть красочные парады и выступления артистов. Желающим с удовольствием сделают профессиональные фотографии в тайских костюмах. Тем, кто купил билет только с шоу и хочет перекусить, предлагаются рестораны с тайской и европейской кухней. На площади между Золотым и Каменным дворцами гуляют слоны, на которых можно покататься или покормить их. А в пруду при входе в ресторан «Золотая Кинари» плавают гигантские сомы. Если вы приобрели билет с ужином, то сразу по приезду можете отправляться в ресторан «Золотая Кинари». Он работает с 6 часов вечера. В ресторане предлагают тайскую и европейскую кухню. В основном представлены мясные блюда и несколько рыбных. Для вегетарианцев ужин не подойдет. Питьевую воду, чай и кофе гостям предлагают бесплатно. Остальные напитки – за дополнительную плату. В ресторане открыт отдельный зал с морепродуктами. Его стоимость выше стандартного ужина. После ужина и прогулки по парку Фантаси отправляйтесь в Каменный дворец, который построен по мотивам древнего государства Сукатай. В 9 вечера вас ожидает красочное шоу. Его съемка категорически запрещена. При входе вам нужно будет сдать фото видеокамеры и телефоны в камеру хранения. А я вам расскажу немного про шоу. Сюжетная линия о принце Камалы основана на древнем тайском эпосе Рамакияна и показывается на английском и на тайском языках. Но можете не волноваться, диалогов в представлении не так уж и много. В основном музыка передает эмоции и действия. Постановка рассказывает не только о принце. Сюжет довольно свободный. Здесь переплетаются тайские национальные танцы кинари, выступления воздушных акробатов, пиротехнические трюки при сценах битв, веселые фокусы от сиамских близнецов и многое другое. Где вы еще увидите на сцене столько слонов одновременно или настоящих буйволов? Тем, кто уже посмотрел шоу «Фантаси», запоминаются бегущие прямиком за сцену курицы. Причем это представление нельзя назвать цирковым, оно больше напоминает театральную постановку. Зал для представления довольно большой и рассчитан на 3000 человек. В центре зала, ближе к сцене, выделены ряды для золотых мест, которые бронируются заранее. Если мое видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, делитесь им с вашими друзьями и не забудьте подписаться на мой канал.